218 лет со дня рождения великого поэта. Почитатели его творчества отмечают прочтением стихов. Встречаются традиционно возле памятника. Ветер и непогода пушкинистам не страшны. Они верны своему убеждению, что Пушкин – наше все. Мы все как будто бы в первом классе перед вами, по сравнению с вами, и невозможно перейти во второй класс. То есть это признают, ну все признают, что действительно глыба, потому что его читать, когда во взрослом состоянии читаешь, еще больше его начинаешь понимать, понимаешь его мысли, его простоту. Для тех, кто не стесняется выступать на публике, организован открытый микрофон. Все желающие могут прочесть любимые стихи и прозу пера Александра Сергеевича. Пушкин – это воздух, которым мы дышим. Я преподаватель института, работаю со студентами, и меня вот сейчас огорчает. Огорчает то, что некоторые говорят: «А я не люблю Пушкина». Пушкин – воздух. Он вошел с младенчества в нашу жизнь и сопровождает каждую фазу взросления. Для пушкинистов 6 июня – день особенный, хотя с произведениями автора они не расстаются по жизни, находя в гениальных строках ответы на все свои вопросы. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События. Россию вдруг он оживил.